Сразу 50 Дедов Морозов в одном месте. Традиционное рыбинского шествия главных новогодних персонажей поддержали рядовые жители Ярославля, а также представители власти города и области. Утром в воскресенье колонна собралась у резиденции государыни Масленицы в областном центре и прошла по городу до Советской площади. Отсюда дедушки стартовали в Рыбинск на праздничное шествие. Среди тех, кто примерял на себя бороду главного волшебника праздника, были не только мужчины, но и женщины. В преддверии Нового года, отправляясь в город Рыбинск на парад Дедов Морозов, мы поздравляем всех ярославцев, наших любимых, дорогих, с счастья, здоровья, любви, позитива и счастливого Нового года. И хорошего настроения!